В Москве девчонки считают, что парни должны зарабатывать лям 500 тысяч. Как у нас в Сыктывкаре с этим дела? Сколько должен зарабатывать парень? Нормально, чтобы хватало. Ну, в нашей жизни очень, в принципе, много надо, чтобы хватало. Сколько? Ну, чтобы хватало на семью. То есть где-то 28 тысяч в месяц? Нет, так, больше. 60. Ну, один съем квартиры хороший у нас в Сыктывкаре 28 тысяч примерно стоит. Причем однушки. 137 500 примерно. 137. Ну, примерно. Это если только оклад. Плюс северные. Ближе к 200 получается, да? Ну, если в Сыктывкаре на двоих, без детей. 1200. Ну, я где-то, наверное, от 100-120. Сколько должен зарабатывать мужчина? Ну, чтобы хватало, да. На жизнь. Ну, наверное, 300. 300? Да. Ну, в мегаполисе, может, нужен лям? Не знаю. Сколько у нас было бы достаточно? Это вопрос. Ну, что-то надо, да? 100. Хорошо, спасибо. Сколько должен зарабатывать парень? Не знаю. Ну, 27 тысяч пойдет? Ну, да. Нормально, в принципе, для нашего города. Все, хорошо, спасибо. Сколько у нас парень должен зарабатывать в Сыктывкаре для нормальной жизни? 1000. Девушки, стой! А где ты? Подожди, а где тут три полоски? Ты похож на Ну, хватало, твой парень, например. Не знаю, парень хватает. Достаточно зарабатывает. Миллион не зарабатывает, но достаточно. Достаточно, спасибо. Девушка думает, что надо парень должен зарабатывать лям. Это бред. Как у нас в Сыке к этому девушке относятся? Сколько должен зарабатывать парень? Чтобы он просто мог обеспечить себя и свою девушку. 28 тысяч достаточно в месяц будет? Да. Хорошо, спасибо. Кому как? Ну, 28 тысяч рублей в месяц достаточно? Или лучше 280? Если девушка работает, можно достаточно. Вот у меня сегодня вопрос к девушкам, не против? А сколько должен зарабатывать парень? Девушки в Москве говорят, что парень должен зарабатывать миллион. Как у нас в Сыктывкаре с этим дело? 28 тысяч рублей достаточно? Или лучше 35? Если вы студент, для начала, думаю, да. Ну, а так для жизни, чтобы чувствовать себя комфортно. В Сыктывкаре комфортно, да. Минимум 50 точно надо. От 50, долгов, да? Да, и жилье желательно свое. Сколько хочешь? У нас точно никто не заработает лям. Чего, какую должен зарабатывать? Либо это не зависит вообще от цифры. Главное, чтобы была любовь. Да, конечно. Главное, чтобы была любовь. Чего смеетесь? Поддержите. Настя? Я поддержу. Настя поддержала Леру. Нет? Сколько должен зарабатывать парень? Ну, хотя бы, чтобы снимать квартиру, ну, минимум 50. 50? От 50? В нашем регионе, да, в Сыктывкаре, думаю, вполне хватит даже. Ну, если твой парень будет зарабатывать полтос, тебе будет хватать? Ну, я-то тоже буду работать. Естественно, он один не будет пока. Если будет один, то тоже не хватит. Хорошо, спасибо. Степа зарабатывает на заводе 50 тысяч рублей. Достаточно это или парень должен больше зарабатывать? Да, нормальная сумма. Смотря сколько он здоровья при этом тратит. А, ничего себе. Ну, понял. Хорошо, спасибо. Я не знаю. Ну, вот смотрите. Оба должны работать. Смотрите, девушки в Москве говорят, что 500 тысяч, миллион. Как у нас в нашем городе? Ну, в нашем городе нет, наверное. 300 хватит? Да все по-разному. У всех свой ум. Кто на что гораст, тот столько и заработает. Или главное любовь, а не деньги? Мне кажется, главное взаимопонимание. И чтобы были оба самодостаточные. А деньги, они сегодня есть, завтра нет. Угу. И главное, ну, работать, конечно, нужно. Чтобы оба работали. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. От 50, да? И до? Это уж как получится. Ясно, спасибо. Странный вопрос. Ну вот, девушки в Москве говорят, что миллион. Это много. Много, чуть поменьше. 1800 достаточно будет? Нет, 80 достаточно. 80, хорошо, спасибо. Ну, девушки в Москве говорят 500 тысяч, миллион. Достаточно это для жизни будет или надо больше? Я считаю, это очень много. Хорошо, спасибо. Девушки в Москве говорят миллион 500 тысяч рублей. Это достаточно или больше надо? От 500 тысяч.
Хорошо, спасибо. Девушки, подождите, сколько должен зарабатывать парень, как вы считаете? Или главная любовь? Конечно, высокие чувства. Спасибо. Добрый день, у меня соцопрос сегодня девушкам. Можно я задам вашей девушке вопрос? Хорошо. Здрасте, у меня соцопрос. Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы комфортно жить? Ну, 28 тысяч рублей достаточно в месяц будет? На двоих? Ну да, ну 50. Ну как, какая ваша сумма? Ну я думаю, что как минимум 50. Минимум 50, да? Спасибо большое. Ну что, достаточно 50. Было? 150, да? Спасибо. Так, 28 тысяч достаточно будет в месяц? 20? 8. Так, недостаточно, 28? Окей. 100 тысяч достаточно? Ну 100 тысяч, я как-то не понимаю. Более-менее, да? Хорошо. Я думаю, не более-менее, так хорошо. Так. Хорошо, спасибо большое. Девушка, а сколько должен парень зарабатывать? Не знаю. Главная любовь? Да. Понял. Так, спросим у девушки на Тойоте. Я к вам. Девушка, у меня соцопрос. Сколько парень должен зарабатывать? Окей, мужчина, парень. Сколько зарабатывает, столько и пусть зарабатывает. Деньги не главное. Нет. Главное – любовь. Конечно. Спасибо. И понимание. У каждого свои потребности, не могу вам сказать. Ну вот вам кажется, девушки в Москве говорят 500 тысяч, миллион. Достаточно или больше надо? Потребности у всех разные. Спасибо. Кому-то достаточно однокомнатной квартиры, а кому-то и замка мало. Поэтому вот тут все видно.